Здравствуйте, бичане! Меня зовут Екатерина. Вы смотрите прогноз погоды на 1 сентября, День знаний. В Барнауле ночью плюс 13, днем плюс 27. В Белокурихе ночью 14, днем 26 градусов. В Горно-Алтайске ночная температура плюс 10, дневная плюс 25. Теперь посмотрим, хорошая ли будет погода в Бийске. Итак, у нас ясно. Ночью 12-14 градусов, днем 25-27. Поздравляю всех учащихся и их родителей с началом учебного года. Желаю отличных оценок и успехов во всех начинаниях.